Ну ладно, мы тогда этого парня сейчас друзья добавим, чтобы мы знали, что он друг. Все. Ладно, я этому анти как-то, блядь, на запрос направ. Так, слышь что, Коль, давай это, красавчик, будь добр, ставь ему гидру убиваемую. Коль, короче, просто разгоняйся, нажми, соответственно, Е, чтобы она не взлетала вверх, а просто ехала по трассе. Она не взлетает автоматически. Но приедь, блядь, что на этот, и увидишь, чем мы занимаемся. Это дичь полная. У нас, как всегда, самая отборная дичь, блядь. Так, а Коля, по-моему, здесь даже нет, нахуй. Так, Коля вон стоит, видишь? На середине трассы. Коля, ты где? Где? Нету нихуя, я тут, петухи. Петух ты, блядь. Вот оно. Гамбургский еще нахуй. Да. Чуть-чуть его подсбил, нормально, ему полезно. Так, все, давай, Коля, иди, бери, сейчас гидрятинку тебе поставят. Красивую. Че брать-то? Тебе гидру сейчас дадут. Где она? Кто? Где? Когда? Красавчик, дай лоху гидру. Сейчас. Только убиваемую, блядь. Вот. Давай, едь, взлетай сначала нормально. С помощью Е, да, там, вертикально. Долетай до начала, там садись, нажимай Е и разгоняйся просто как обычный самолет. Надеюсь, наверное, это тебе разлетит, понятно, разлетит, Колья. Нахуй. Надеюсь, ты это освоил. Да, судя по карте. Там... Он деревянный, нахуй. Нубианы, кто Нубиан? Арс, ну ты своим спидхаком, конечно, там Нубианы, блядь. Да, Коль, летать ты не умеешь вообще. Да, блядь, у меня телефон в руке еще. Я не могу. Так, ты вытащи телефон из руки. А у тебя что, ГМовская? А, да, у тебя ГМовская гидра, я же забыл. Так, ну ты можешь сесть. Теперь нажимай Е, чтобы ты не взлетел. Это, да, у тебя ГМовская должна быть. И начинай это взлетать просто. Красавчик, готов? Едь, старайся посередине. Вик за тобой едет. Так, готов? Пошел, 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 красавчик. Давай, братиш. Давай, давай, делай красиво, красиво делай, братиша. Не понял. Хуя. Я полетел. Гидра ГМ. Нет, по идее. Я же ему сделал, сейчас отдал ее. Ты уверен? Коль, извини. Я тебе дал, и ты взорвался, а потом ему сделал. Давай, пускай еще раз пробует. Коля, давай, газуй нахуй на свое место. Нихуя ГМовская. Да ну нахуй, не может. Нет, быть. Нет, не ГМовская, она взрывается. А нет, да, взрывает. Блять. Так, ладно, давай, Колю, копси сюда ко мне. Да, и давай еще раз. Блять, дичь какая-то. Че? А почему не взорвалась-то, блядь? Странно, блядь. Охренная. Так, ладно, давай еще разочек попробуем. Ну взорвалась же, моя-то корыта взорвалась, ебучая, блядь. Видим Мари. Так, Мари. Мари тормозит. Да, лагает, лагает, лагает. Такое бывает. Мари лагает, такое бывает. Серега, а ты что тут стоишь? Понаделаю тебе сейчас дырок от 50. Лишний. Блин. Что, Коля есть? Коля, где вообще? Давай Дэвид Джонса проверим, он там, блядь, как ГМ, не ГМ, гидра. А нет, Дэвид Джонса, наверное, ГМ, не будем проверять. Так. Арса убили, радости-то полные штаны, блядь, пиздец. Аккуратно, там РПГ летит на вертолете. Фу, не достал, я уж испугался, думал, убью антивредителя. Случайно. Ёбану, Коля там, кто там Коля убивает? Он сам убивается? Да сам, как обычно, Коля не надо убивать, Коля сам себя убьет, блядь. У него к этому, блядь, предрасположенность, блядь. Да
Да, блядь, я просто говорю, я же тебе говорю, я в телефоне сижу, блядь, еще вас нахуй слушаю. В каком ты телефоне сидишь, конченый, блядь, выкинь нахуй тебе телефон. К нахуй тебе телефон, когда ты играешь. Мучачес ты недоделанный, блядь. Иди, блядь, давай это нахуй. Дитя, блядь, нахуй, Пепси. Хуя себе, чувака, отправили в воздух. Это был чей-то инсургент, кстати. Факса Сите, наверное, да? Ну, в принципе, я думаю, он Факса Сите не нужен, правильно? Нахуй ему инсургент. Вот согласитесь? Стойте, сейчас я, блядь, пролечу к вам, нахуй. Улетите, нет вы? Мы? Чувствую, блядь, ничего хорошего из того, что ты предсказал, не будет. Подожди. Сейчас, подожди, инсургент взорву. У него сейчас почти все там разорвалось. А ты где? Блядь, парашют! А не, выжил! Нихуя! Да ладно! Нихуя! Пол жизни только отобралось, блядь! Красавчик, красавчик! Ой, кто-то умер, блядь, только что! Сделал себе машину в ГМе. Какую тебе машину ГМовскую? Вот эту? Да-да-да. Я не знаю. Слышь, красавчик, ты сможешь... Ух, блядь! Не знаю, уже ничего. Короче, Сереге Демону, ты его машину можешь сделать ГМовской, его личную или нет? Нет, не могу. Не может. Отремонтировать могу только. Не может. Короче, мы на рампе, Марета, летаем. Новый вид убийств и приколов. Потом на канал выложу, скину ссылку. Скажи, только отремонтировать могу. А не жирно личная ГМ-тачка. Да, что-то пацанчик зажирел там, вообще пиздец нахуй. Так, ладно, давай, Коля, бери бегом это гидру, блядь. Давайте еще раз попробуем. Что такое? Почему гидра? Куда ты лезешь? Забей за этот самолет, тебе еще гидру дадут. Почему Ромпейдж все время погибает, блядь? Конь педальный этот. С криками, блядь. Здорово, с кем ты здороваешься, блядь, непонятно. А кто такой Экспромт 77? Это что такое за человек? Почему он хочет стать моим другом? Сергей. Сергей Демон, к тебе обращаются. Да, что говоришь? Зачем Экспромту дружба со мной, 77-му? Чтобы он зашел тоже ко мне в сессию. Да. Ты можешь сам его пригласить в эту сессию без дружбы со мной. Не, я приглашал, он не смог зайти. Это что-то новенькое, блядь. Вообще-то вот как Мари пригласила товарища, которого у меня не было в друзьях. Не, я добавлю, мне не жалко, базара ноль. Сейчас, подожди, попробуем. Странно, конечно. Вот. Они сами заходят. Мари может своих друзей, Парадокс, Пепси, там, Моби, все сами приглашать. Давай, там. Давай, выше, давай. Все могут приглашать своих друзей. Пожалуйста, вам главное сюда зайти. Ну, вот да, и все. А дальше приглашайте кого хотите, блядь, понимаешь? Вообще насрать. Ну, я ему кидал, у него что-то не получалось зайти сюда. Может, у него просто руки кривые. Такое тоже бывает, говорят. Ну да, да, такая хуйня бывает. Называется кривые лапки, блядь. Знаешь, почему он зайти не может? Потому что он, блядь, вообще в офлайне. Он не в игре. Если ты нажмешь это хом, ты увидишь, что у него нет, он не в игре. Ладно, хорошо. Коль, тебе дали гидру ГМовскую, не ГМовскую? Красавчик, братан, дай нам гидру не ГМовскую. Давай еще раз попробуем снять красиво. Блять, я так пиздато взорвался. А где красавчик? Здесь это хорошо. Ладно, пойду пиво открывать потихонечку. Ура! Время пиво пить. Почему пропал? Он, наверное, там что-то отошел, такое бывает. Блять, кто тут гидру бросил? Ёбана в рот. Какого хера? На полосе ничего не бросать. На этой полосе. На полосе, где отрабатываются да, трюки. Да, не бросать на полосе ничего. Всякую ничего хуйню, никто ничего не бросает, блядь. Ни гидры, ни мидры, блядь, ни жополизм. И всякую поеботу тоже, блядь. Вот так вот нахуй взяли все и убрали из полосы. Все. На полосе ничего быть не должно. Все, я...
А ничего, такой массаж для спины, а? Так, Мария вышла. Ну, видно, ей неинтересно с нами. Ну и ладно. Так, всем привет, кто с нами присоединился. Так, 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 так. Здорово. Давай, давай, давай. Да, да, да. Красавчик, ты где? Здорово. Ой, ебать, в небе, нахуй. А хуй ты в небе? Нам нужно, чтобы ты появился здесь и дал ГМ... не ГМ Гидру, Коле. Я дал же ему ее, блядь. Так вот, Коля здесь стоит без гидры вместе со мной. Где гидра-то, блядь, я не вижу. А, я это же, вот... Я же ему дал. А, это вот эта гидра, которую я отогнал, была не ГМовская, да? Сейчас, погоди, мы проверим, она задымится. Сейчас, сейчас, погоди. Коля, вот это, по-моему, я да? Я же ему дал, он когда... Да, вот, я ее как раз убрал в сторону и взорвал, да, еще одну. Вот. Появилась? Привет. Да, бери, Коль, короче, это корыто, давай, бегом. Приезжай в аэропорт, увидишь, мы новую дичь придумали. Че, у вас опять тупняки? У нас, как всегда, у нас опять новые тупняки. Каждый день что-то новое. Ага, понятно. Коля, ты будешь брать гидру, ты будешь ходить возле гидры? Сука, залезь ты, блядь, в эту ёбаную гидру, заебал. Да залезь ты в эту ёбаную гидру же, Коля, ёба. Ты, блядь, хули меня бьёшь, жопа? Сейчас выстрелю в спину, блядь, с 50-ки. Там опять и будешь говорить, убивают это, блядь. Опа! Опа, опа, вот она и жопа. Блядь, какого хера, идиотина, ты сделал? Ну чё вы опять между собой стреляете, я не понимаю. Чё было? О, Dark Side, Dark Side, Dark Side, stop kill people. You need to know this friendly session. Here, no kill everyone. If you need kill people, tell him. Okay? Dark side. Understand me? Okay, да. If you need PvP, tell people, go PvP, friendly. No problem. But no war here. Okay? Here no suits, no kite, no watercraft. Here only friend. А, fuck society? Okay. Слышь, Рик, с тобой полетел. Хотят это там, блядь, ПВП. Ну, я думаю, он это прочитал. Да хуй знает. Иди нахуй. Рампейдж, нормально отвечай, тебя нормально спросили. Чё ты делаешь, даун? Immortal Riven, привет. Так, ладно, давайте Колева. Коля, где там? Коля, у тебя гидра есть, даун, блядь, ты конченый. А ты уже её взорвал, блядь. Чё, зачем вам? Блять, пиздец взял. Нахуй. Да ты не понял, что мы тут делаем. Мы такую дичь тут делаем. Так, слышь, что, Коль, запускай авиафраг. Я не хотел, на меня напали. Кто сейчас на тебя напал? Да ботаете. Не знаю, ничего не в курсе. Требованная бандитская разборка. Так, кто у нас здесь? Так, Дэвид Джонс, ты на ГМовской гидре. Так, ладно, нам копов надо убрать. Думал, Коля, запускай дело. Я не хотел с ними стреляться. Коля, привет! Привет, Сыбор. Привет, Коля. Привет. Коля, привет. Привет, Коля. А кто такой Фанни 45-й? Ну, ас, блядь. Да ладно тебе. Прям Анжелу будешь убивать, да, сейчас? Коля, привет. Так. А, Анжела, ну Анжела-то ладно, чё Анжела тут? Блядь, нафига вы здесь копов поубивали-то? Ёлки-палки, запустите авиафраг. Чего она сама? Она только зашла, блядь. Объясни, всем объяснили, сессия дружеская, как бы, все друзья, так что давайте не будем. Денис, ну, блин, просто давить, прикалываться, а чё прям убивать-то? Так, все, авиафраг запустили. Денис, Игорь, армии вредитель какой-то, блядь. Потому что здесь читерская фигня, Анжел, может быть и лагать. Но вряд ли, у нормальной машины. О, воздух уехала, нифига. Слышь, People, короче, Dark Side спрашивает, кто с ним хочет PvP. People, блять, где, в доках или на пляже? Dark Side, where, beach and docks, or docks? Docks. Окей, давай, я буду с ним. Давай. Paradox Man, go to you, duel, and docks, go docks. Paradox Man. Крэфганг.
Так, ладно, красавчик, подожди, ты дал этому, там, блядь, что там за труп гидры валяется, нахуй? Какого хера, коп, убери вот эту машину копскую отсюда. Блядь. Понабросали говна. Так, все. Нормально стреляется, да, или что? Да, неплохо, но у меня он выиграл. С каким счетом? 34, по-моему, 20 с чем-то. Ну, небольшое превосходство было такое. Было, но небольшое. Ух ты, что-то летает. Ладно, так, хорошо. Коля, тебе дали гидру? Ебать тебя в уши. Да нахуй мне твоя гидра, блядь. Пошел нахуй, заебал, блядь. Я просил взять, но... Слышь, что это, красавчик, будь добр, вот здесь возле Вика поставь гидру. Сейчас с Виком попробуем. Если Коля, блядь, ебет мозги, нахуй, он тратит время зря, блядь. Уже час, полчаса ничего не сделается. Вик, давай тогда садись в гидру, да, и на встречу сейчас поедешь. Понимаешь, Ирбис, я занят. Ну иди тогда отсюда, какие проблемы. Занимайся своим хуйней. Да, красавчик, гидру, который убивается, да. Так, а кто это? Это Сильвер, да? Давай тогда садись. Вик. Тогда, красавчик, бери рампу и... Слышишь? Чё? Ирбис, переведи мне, чё он там написал, просто я вообще хз. Yes, he's going to play with you. Он пишет, ты идёшь со мной играть? Окей, okay, he's go. Wait him. Please wait. He's go, dogs. Фэпзит номер два. Так, красавчик, да, тебе рампа нужна. Сейчас увидишь, свипер, какую мы хуйню придумали. Вообще пиздец, просто дичь, блядь. Ой, рампейш, ну не хочешь с нами играть? Не играем, мы ж тебя не убиваем, ничего тебе не делаем. Тебе никто слова не говорит даже. Ой, ёб твою мать, не твою. Ну, бери её только. А ну-ка подвиньте самолётик. Ну дай вот этот самолетик Свиборгу. Я так и не знаю, будет ли он годмодовским. А, не будет. Во, все. Так, давай тогда готовься, Вик. Сейчас будем делать по красоте. Вот здесь зависай, Сильвер. Здесь будет самый смак. Надо мной где-то. Спасибо, что ту хуйню убрал. Так, уходи, Свибор, ты мешаешь. Съемка же идет. Так. Блять, мне две эти хуйни мешают. Так, ладно. Все, поехал, давай тогда. Просто, значит, нажми Е и просто катись вперед. Он не будет взлетать автоматически. Так, я тебе скажу, когда надо будет ехать. Просто дави и все. Старайся ехать Спасибо. Посередине. Ну хотя бы посерединочке, да. Красавчик, пошел, красавчик. Давай, братиш. А, бля, вот это да, вот это тема. Кто-то еще погиб, вот правда, блядь, прикол. По дороге. Свиборг погиб, по-моему, да? Да, да, да. Свиборг, знаешь что, бери, короче, любой самолет, вот этот вот. Видишь, вот там коричневые самолеты, бери любой. И делай то же самое. Я за пределами аэропорта, ты что? Кто? Я не вижу. Я, ё-моё. А, ну давайте, короче, берите два самолета и с Виком друг за другом становитесь. Прям берите вот там вот два, вот есть вот этих черных. Берите друг за другом. И давайте, да, сделаем такую двойную смерть. А красавчик, посмотрим, как получится. Какие самолеты-то, ты мне скажи. Вот, черные стоят, вот эти вот, блядь, да, вот они. На входе прямо два, как они там называются, блядь, вот эти вот. Не люксари, а как они простые. One shot? Maybe... Да, я его ваншотнул. В голову? Да не, в тело. А, this is bug, dark side. More video for this bug, for one shot. This is, I think, this is patch 137. This is shit. This is not regular kill. But this, как это сказать, but this yes, one shot, this is not BST, but this bug, only bug. But this,
Под ДСЕС, да. Так, хорошо. Ага, ага. Так, давайте друг за другом прям становитесь. Так, Вик, вижу ты. А ты что, гидру взял, Вик? Решил гидру. Свиборг, бери да черный самолет. Ты где? Да я уже взял, ёбу, я на нем летаю. Так нахуя летать? На полосу становись за Виком. Видишь, где Вик стоит? Чё ты взлетел-то, блядь? Ты будешь сейчас на нем просто ехать и не взлетать, понимаешь? В чем прикол? Может быть читер здесь и сядь на полосу, бля, ёба. С другой стороны заходи на посадку, чтобы сразу к Вику подъехать. Давай, да, разворачивайся, да, разворачивайся над аэропортом, садись с другой стороны. Сейчас, я его ваншотю, а он меня с духу убивает. Какой-то бред. Maybe here a cheater and here go. Да, да, пиздец, я читер, да? Нет, here читер. Not you, Paradox Man, not you читер. In-game читер, maybe you, this game lag. НЛО пригласите. Ой, бля! Не, мой, я хуй его знает, что это может быть. Так, ну что ты там? Самолету. Погиб что ли, блядь? Свибор? Самолету... Да нет, вон рядом стоит черный, смотри, вон рядом, бери черный я такой же. Давай, бегом, вижу, бегом за ним, бегом за ним, только пострелю нахуй тебя, блядь. Чёрный. Сука, беги за самолетом, блядь! Заебал, сука, ждем тебя. Еще раз так сделаешь, блядь, пойдешь отжиматься нахуй. Понял отсюда? В море, блядь. Угал. Да заебал Коля, блядь, угал, тупить нахуй со своими этими, блядь. Понимаешь, конечно, я не спорю. Ты, блядь, парень дерзкий, блядь, бегаешь хорошо, ну, нахуй. Это хорошо, это все понятно. Ну ему похуй. Ничего страшного, просто человек немножко не понимает. О! Я сейчас на вертолет залезу. Точно, с вертолета будет красиво смотреть сейчас. Ну что делать-то, ё-моё? Короче, ты за Виком просто будешь взлетать, понял? Я за ним? Да, он поедет, ты поедешь за ним, понял? Бля, что ты делаешь? Что ты смеешься? Мы пытаемся запись сделать. Так, чё, сейчас он с Кайманом хочет, да, чё он хочет? Он пишет, что Rampage здесь. I can play, он может поиграть с ним. А, ну окей, просто, блядь, я его ваншотю, а он меня с двух убивает, какой-то бред, я не знаю. Не надо убивать, идиот! Ну как тебе еще сказать, блядь, ты чё, тупой сильно, в натуре? Поехали. Куда поехали? Слышь, меня Рик, там а нету, ты, подожди, стой. А что ты мою гидру взял, а, Нубиан? Верни мою гидру, засранец. Я хотел улететь отсюда. А, Paradox his go. Пишет let's continue. Давай продолжим. Go. Ну, go, продолжите. О, блядь, смотри, самолет передо мной появился. Киргирис. Нет, I'm here for cheater. His montage video, sorry, I am not PvP today. No, no, Darkseid, I am not PvP today. Что, он со мной хочет? Нет, со мной написал. А, пускай со мной нахуй. Неинтересно. Ладно, ну чё там, короче, встали. Взяли второй самолёт кто-нибудь? Сибор, ты взял второй самолёт-то, ёбаный в рот? Да взял, господи, давай. Окей, ну подожди, подожди, я-то ещё нет, я-то убитый. Сейчас я на Джет Фроста сяду, подожди, Серёга. Так, интересно, какая у них будет, одинаковая у них будет скорость или нет? Так, стой спокойно. Да не дергайся, блядь! А что, просто друг за другом взлетать? Стой! Что ли, да не, нет, ты не взлетай, ты просто будешь ехать друг за другом. Просто ехать по полосе, да. Так, так. Все, готово, поехали, давайте. Коля, уезжи, уйди с дороги, блядь. Блять, Коля, ну... Идиотина тупая, блядь. Да. Вот да убивать, ебанат ты, что ли, блядь. Умри нахуй. Давайте. Я
я уже быстрее. Коль, а, ну, ну тоже хорошо. Я забыл сказать тебе из-за Коли. Меня, блядь, тоже. Я забыл тебе просто сказать. Слышь, отправь Колю на другой конец острова, заебал долбоёб. Слышь, Ирбис, ты надоел, а? Ты хули поехал на летящие самолеты, дал? Да блин, я не знал, что вы, ты блядь, чё, не знал? Ты не видел? Два поехали самолеты, все слышали, один ты не знал, блядь. Блядь, я не знал, что ебаный в рот. Хули сразу же меня тебя убивать. Чтоб тупым, блядь, не был. Пидор. Сам ты пидор, блядь. Ты мешаешь играть, долбоёб. Ты чё, все слышали, что идут два самолета на взлет, блядь? В итоге запортил всё нахуй. Зачем так делать? Я сказал, не убивать никого в аэропорту, брать свои пушки нахуй, или у вас их заберут вообще. Блядь, я никого не убивал, ебаный в рот. Слышь, блядь, красавчик, забери у всех оружие, а? У всех? У всех, да, блядь. Может быть, это поймут только те, кроме кто в доках. Кто в аэропорту, у всех забирай оружие. Чё? Хватит. Пытаемся записать красивые вещи, блин, пофаниться, а тут какую-то хуйню устраивают, блядь, заебали. Включайте, я говорю, включайте авиафрахт. Чё, сейчас включу, подожди. Я один в комнате вообще. Так чё, забирать или не надо? Ну ладно, не забирай пока. Так, у нас самолета нету, да? Так, надо взять два самолета. Ну кто-нибудь берите тогда два самолета. Какой репорт, блядь? На Колю зачем? Сиборг, бери самолет, куда ты побежал-то? Где? Во, ну вот эти черные бери. Они оптимальный вариант, они красиво взрываются просто. Если, да, если правильно ехать, он синхронно разрывается, вообще класс. У меня менты. С этого, запускайте. Блядь, я не могу. Кто-нибудь, блин, запустите уже. Запустите кто-нибудь авиафрахт, да, я не могу запустить просто, народ, вообще. Вик, на чем ты стоишь, я не могу понять. Смотри, как Вик стоит, вообще дичь, блядь. Дичь, как она есть. Так, ладно. Так, Арс на бессмертной гидре. Это у него бессмертная гидра. Так, Свиборг, ты взял? Отлично. Так, секретарь, мать, ты взяла там этот самолетик? Или ты тоже хочешь поучаствовать в миссии? Че, опять ваншот, Али? Да, а у тебя ваншот. Почему? Ну, у тебя... кстати, и он начал меня ваншотить, так что нормально все. Ну и играйте тогда. Да, ну, у нас обоюдный ваншот, поэтому. Что это было? Кто это такой, Димчик 266? Ладно, хорошо, на поле тогда остановись, начало поля. Блять, откуда копы, ёбаный в рот. Что, никто вот не может запустить авиафрахт? Запустите авиафрахт уже, а? Да я не могу, я он мне недоступен. Уже у кого-то какая-то работа в процессе. Не, ну меня сейчас просто вальнут нахер. О, Марина, привет. Да она уже давно здесь. Не раньше что тебя. Не знаю. Что, серьезно? Да. Сори, подожди, я пытаюсь, блядь, вызвать этого, блядь, этот ебанат, блядь, Лестер. Убери, а, вроде копы все ушли, о. Так, отлично. Так, ну чё, Сибор, ты, я так понял, никогда не возьмешь, да, самолет? Взлетать? Зачем взлетать? Я летал, чтобы косо от копов оторваться, вообще. А нету копов, все. И что он сейчас пишет? У него челлендж про русских игроков в ТПВП. Профессиональных русских игроков убивать.
Типа он вызов себе бросали? Нет, ну не вызов, он просто себе сделал челлендж. Нормалек, чувак, упал. Так, ну чё, готов? Свип. Блять, еще бы один самолет. Кто-нибудь может сесть на самолет еще один? Завтра же воскресенье. Я пока не готов. Да бы я знаю, что я не готов. Кто-нибудь еще бы сел бы, было бы красиво. 2-3 самолета. Экспром, ты можешь сесть в самолет вот в этот вот, который рядом стоит, вот с Immortal? Immortal, можешь сесть в самолет вот в этот вот? И подъедь к краю полосы. Слышь, Экспром, а ты возьми еще один самолет, который рядом стоит. Еще один, который рядом стоит. Вот. И едьте к Свиборгу. И встаньте в ряд друг за другом аккуратненько. А что вы хотите-то? А ты сейчас увидишь. Тебе очень понравится. Только аккуратно, не разбейте самолеты. Аккуратно подъезжайте и становитесь ровно посерединке. И вы будете разгоняться по полосе, но не взлетать. А навстречу вам будет ехать рампа. Силер, убери жопу, собью сейчас. Убери. What the fuck, stop. Вот, становитесь. Красавчик, ты готов там? А где красавчик? Он тут в доках с нами, не знаю, чё. Красавчик, йоу, гоу сюда, ты где? Он ливнул, он сейчас к вам придет, наверное. Он тут с нами. Так, и сейчас X-Prom становится. Слушай, а красавчик, ты ведь оружие не забрал. Я знаю, потому что я сказал не забирать. Зачем вернуться? Ну что? Блять, наконец-то я вернулся сюда к вам. Бей его нам. Вот что я, собственно, и делаю. Стекло, бей нам. Я и стреляю сейчас стекло. Сейчас, погоди, погоди, красавчик, ты где? Я вышел. Блять, я так и знал. У нас рампа здесь есть хоть одна? Шишел, вышел. Пизда. А, вот, по-моему, рампа одна есть, да? Ну, Коль, садись сюда в эту рампу, чё? Не рабочая. Не рабочая? Почему? На, Коль, очень даже рабочая. Садись в неё. Ну, не особенно такая. Ну, чё ж делать? Чё есть? Сделаем из того, что есть. Так, для красоты кадра сделаем. Чё, куда мне ехать? Едь в начало, с другой стороны. Вперёд, бля, ё-моё, вперёд, едешь на нас. Ну какое начало? Нет, нет, другое начало, налево, налево давай. Только копскую машину сейчас, подождите, я, да, убери её, сейчас я уберу её. Блядь, ты её не убрал. Сейчас я её уберу, подождите. Труп уберу. Всё, убрали. Да, вот чтобы ничего не мешало нам. Слева. Чтобы красоте ничего не мешало. Так. Он, наверное, скорее всего, совсем вышел, мне кажется. Так. Слева. Так, я готов. Вы готовы, пацаны? Втроем. Вижу, готовы. Так, я скажу, когда. Так. Коля, ты готов? Все, жди. Все, народ, поехал. Только не взлетайте. Просто едьте посередине, чтобы у вас колесо ехало прямо посередине желтой полосы. Друг за другом, пошли. Поехали. Нет, нет. Я скажу, когда. Поехал. Блять, вот это вообще дичь. Раз, два, три, блять. Три трупа будет, смотри. Что давай. Свиборг, ты-то куда поехал?
ты мне влево по самому, мне под движок подъехал. Ну я понял. Не, ну блять, вот это было красиво, совсем другое дело. Единственное, конечно, все-таки вы точкой соприкосновения, я думал, будете напротив меня. Два трупа. Да вообще красота. Ну как вам, понравился, народ? Фичка. Новая фича придумали, блин. Третий труп. Я что-то ничего не понял. Ты не понял, что это было? Нет. Короче, смысл в том, что рампы сбивать самолеты таким образом очень красиво получается. На видосе, по крайней мере. А, ну со стороны. Да, 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 да. Так-то да, со стороны прикольно на самом деле. Вы так красиво умерли все, четко, блядь. Так, подожди, ладно, где красавчик-то, блядь? Все, красавчик вышел полностью. Че, вообще что ли? Да, красавчик больше не зайдет. Да блядь. Обидно нахуй, да? Черт, а я думал с ним еще попробовать эти, блядь, как их. А где Джиди, кушает что ли? Да. Понятно. Вик вывалился тоже, смотрю. Ну да, ну да, чё ж теперь поделать. Бывает и такое. Ну в принципе, рампа есть, давай самолетики покатаем. Чё, мне очень понравилось, кстати. Тема действительно необычная. Ча, возьму тоже самолетик. Блядь, их здесь много. Да зачем, я уже добежал? Она сейчас подохнет. Да сука, Сыбок, хули ты делаешь? Вот слышь, вот не пидор ли, а? Кто бы говорил, блядь? Не пидор ли, а? Кто бы говорил, блядь? Иди другой самолет бери, ёбана в рот. Хули ты сюда лезешь-то, блядь? Там 4 самолета еще стоит. Блять, я тебе сесть просто хочу, долбоеб. Зачем ко мне садиться? Бери еще один, будет красиво. Вдвоем поедем на Свиборга. Бля. Сука, твою мать. Сука, твою мать. Бля, сука, бля, сука, бля, бля, бля. Только давай, Коль, ты первым, я вторым, чтобы я, так сказать, успел заснять. Да мне похуй, блядь. Сука, Свиборг, иди нахуй, пидор. Да что такое? Заебал, блядь, всех. Отстань от него. Свип. Драс сраный. Север, иди бери самолет, давай три самолета подряд. Трон, бери самолет тоже, давай 3-4 самолета сделаем подряд. Я буду замыкающим, а вы впереди меня. Пиздец, нахуй. Когда ты ж, блять, когда тебя нахуй это забанит. What do you say, dark side? I not understand. Why you I know what, блять? Блять, this not translate for English language. Да похуй. Ну и похуй, ну и пизда. А, only блят. А, you know only блят. I think блят. О, сука, есть. Сука, блят. Сука, блят. Remember, сука, блят. And иди нахуй, напиши ему. Дэвид Джонс, напиши ему иди нахуй. Сука, блядь, иди нахуй, да. My friend, иди нахуй. О, oh, you understand? Иди нахуй, сука, блядь, иди нахуй. Окей. Okay. Какой у тебя юбилей? 45 лет тебе, ебать. Арс. Ты там готов, а? Нет, подожди, ждем еще кого-нибудь. Сильвер, возьми, слышишь, что тоже самолет. Экспромт, возьми самолет тоже, что-то. Вон там рядом с тобой моя эта, да, стоит как раз четырехколесная хуйня. Давай, да, прям такой четверной замес сделаем. Только с трассы там уйдите, народ, да. Слышь, Серега, демон, там с трассы, да, разгребите, что. Ну что там, когда вы жить? Да сейчас мы, подожди, мы собираем народ. Сильвер, давайте к экспромтам, берите тоже по самолету. Коля, ровно встань, ты можешь ровно встать? У тебя проблемы с понятием ровно. Ты стал криво. Помедленнее, работай просто медленно. Я выровняю.
Давай, выравнивай. По желтой полосе, едьте. Знаешь, Black Silver, ты немножко не туда поехал, не то сделал. Ладно, давай экспромт между нами, втроем туда взлетим. Смотри, Свип, знаешь, когда ты должен поехать? Когда мы приблизительно, практически подъедем там, где стоит Серега Демон. Так ты, может, скажешь, когда мне выезжать? Ну давай, давай, давай. Вот именно, да. Дальше мы в какую сторону выстраиваемся? Вот ты где в прошлый раз был, там мы и стоим, видишь? К тебе это назад. Для тебя это назад, 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 мы сзади тебя стоим, да. У нас да. Тут зверь, слышите? У нас зверь пришел. Какой зверь? Хуй знает, какой-то зверь. Идет какое-то дело, охота за зверя. Да похуй. И тут только что была иконка зверя. Просто убьют нахуй, да и все. Да, долгий процесс. Ну я думал, ты развернешься экспромт, но ты, я чувствую, решил, блядь, усложнить. А, не, смотри, передом едет, странно. Ну давай, выравнивайся потихонечку, ты будешь первым. Так, Коль, значит, чуть-чуть назад сдай сейчас. Я тебе скажу, насколько назад сдавать. Да, лучше вот так вот, да. Чуть-чуть назад еще сдай. Еще. Стоп. Все, стой. Давай сейчас экспромт тоже выровняй. Выравнивайся по нам, 77-й. 77-й, прием, говорит Киргиз, выравнивайся по нам. Ты что делаешь? О, четвертый самолет, давай тоже четвертый самолет с нами, выравнивайся. Куда ты полетел, блядь? Кто там на самолете-то, блядь? Прям, садись пока в мой самолет, я твой выровняю. Знаешь, что, Блэк, садись. Да все, уже он выровнялся, экспромт выровнял. Все, садись, Коль. Все, стой, экспромт. Стой. Да, тоже очень близко, не надо. Чтобы мы смогли хоть разогнаться. Так, ну что, все готовы? Все готовы, да. Я опять первый. А меня-то подожди. Давай, да. Все, кого? Да меня, ну ё-моё. Да подожди, все, поехали, давай. Поехал экспромт, дави тапку. Все, Коля, поехали, да. Так, это, мне скомандуешь такая. Давай, я скажу, когда. Поехал, мы посередине едем. Посередине выровнялись, экспромт. Первый готов. Вот это было по красоте. А ты представь, 5 самолетов будет подряд, бля. Я еще под музыку так летел. Сука, бля. Вот это блядь, тема. Красавчика не будет, слышь? Блядь, солдзо. А то. Ну, нет, здорово, слушайте, я первым погибаю, даже ничего не успеваю увидеть. Потом увидишь на видосе. Нет никого. Для этого это и снимаем, понимаешь? Как бы, потому что действительно ты не успеваешь увидеть. Тебе подвести, Ирвис. Да, мы там умираем все дружно. А? Я пешочком, я это... Бегом занимаюсь, понимаешь? Спортсвайр, спортсмен. Ну давай, спортсмен. Сколько самолетов? 4 штуки. Грудки ел, салат. Давай тоже. Солнце, бери один из самолетов. Вон там стоит. Сколько тут? Раз, два, три, четыре. Давай, Иммортал, давай, удачик. Тот что там? А в чем смысл-то? Сейчас увидишь. Просто надо побольше разбиться. А кто? Ну, уходит. А, Кайман? А, ну давай, Кайман, удачи. Да, Боинг, по-моему, неубиваемый, который там сейчас стоит. Он готмодовский. Наверное. Короче, да, вот здесь вот выстраиваемся вдоль вот этой желтой полосы. Я последний, я вы за мной. Я сломал. Как ты умудрился самолет сломать? Ну, тут, блядь. Крыло нахуй сломал. Блядь, криворукая мазафака, блядь. Крыло просто отвалилось. Чтобы просто отвалилось крыло на нем, надо, блядь, его так уебать, блядь. Пиздец. Там просто Арс. Куда I think Арс not speak English. What do you need, Dark Side? Может он с ним хочет по PvP? Блять, это что зырь. PvP. Короче, Арс, он хочет с тобой PvP. Dark Side, go. Окей, Арс, say go, Dark Side.
блядь, блядь, стой, 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 что ты делаешь? Блядь. Давайте передо мной, ну, конечно, даун ты, Коля, хули. Давай, значит, Содзо, между... передо мной становись аккуратненько. Сука, второй самолет. Выравнивайся. Коля, иди самолет бери там. Вон стоит, иди, справа, блядь. Слева. Так, Солнце, давай ко мне. Еще, 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 еще. Еще. Дай равняйся. Ну да, 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 ты поравняйся, но все равно при разгоне там придется делать. Блять, иди, Коля, четвертый самолет возьми. Вон там слева, видишь, где Титаны? Вон он стоит. Блять, вижу, 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 вижу. Да, давайте, да. Спокойно, спокойно. Ко мне назад, Марина, подавайте, да? Он вас убивал тут? Титан, ты не сможешь проехать. Ты, наверное. Хотя попробуй. Там ебнет. Титан просто ебнет машину. О, еще один самолет какой-то подъехал, да? Ну это уже бот, скорее всего. Никак. Никакого. Подожди, так, давайте ко мне, народ, ко мне, давайте жопой. Подъезжайте ко мне, Солдзо, Икспром, давайте, подъезжайте ко мне. Народ? Давайте, да, на я скажу, когда хватит. Подъезжай, подожди, подъезжай, подъезжай, Солдзо. Стоп, стоп, Икспром, ну, ты еще едь, едь, Икспром, едь, едь, стоп. Так, впереди Икспром-то. Я еще сейчас подъеду, всё. Подожди. Давай пятый самолет, ждем пятый самолет. Сейчас вообще будет дичь, блядь. Ебаная на. Икспром сдай. Серега, ты давай тогда за мной пристраивайся просто. Аккуратненько так за мной прямо, да, под полосе, под рулежку здесь подойди. А Фанни хочет попробовать. Ну попробуй, Фанни, но ты раздавишь просто рампу, дело не в этом. Блядь, это вообще дичь какая-то. Не, близко не подходите друг другу, иначе вы друг друга собьете с курса просто. Они буксуют, подожди, самолет, сколько есть. Сейчас, сейчас все будет, подожди, подожди, выстраиваемся, выравниваемся, выравниваемся. Yes, ПВ... Арс пойдет, ПВП. Так, все, все выстрелились, все красиво. Блять, у него русский, блядь, есть Димчик, короче. Стойте, стойте, ПВП рочит, блядь, он... Димчик, ладно. По-русски пиши, что ты пиздишь, по-моему. Yes, Ice Friend, огонь, go, go. Арс, гол ту ПВП for you. Say go. Так, let's go. Окей, все, разгоняемся. Коля, поехали, все поехали. Давай, друг за другом. Давай, 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 давай. Едьте посерединке прямо, так. Я чуть был поехал, все, поехал, 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 поехал навстречу нам. Я думал, там это сама. Ебать, блядь, ну, я говорю, видишь, блядь, когда близко, чё ты проблема? Едем, блядь, блядь, сука, нахуй. Но! С другой стороны, хорошо, что я не подох. Я потом смогу в этом, через F3 вас всех снять. Более-менее нормально. Можно будет обработать, блядь. Арс, слышишь, у меня с ним счет 20-16. Ну, он неплохо стреляется. Да, неплохо, тем более я уже месяца два в ДКУ стрелялся. Ну да. Ну, я такой средненький игрок. Кто, я? Дарксайд. Не, не знаю, вот Арс должен с ним потянуть. У тебя с ним ваншот или чё, Арс? Ну чё, ещё разочек выстроимся? Было прикольно. Слышь, Фаня, а ты чё, разбился или ты раздавил рампу? Арс, короче, голосовой чат вырубил. У меня рампа уже задымилась, кстати говоря. Не, просто смысл в том, что... Пизда. Произошла следующая фигня. А видишь, так как мы близко довольно-таки друг другу были, я, допустим, Солдзу вообще сбил с курса, и мы оба, блин, проехали мимо. Вот. Так собственно. Вы едете все по желтенькой полосе четко. Да не, нет, не в четкости дело. Нет. Мы дистанцию надо соблюдать между друг другом дистанции, чтобы надо было. Надо просто дистанцию надо было побольше увеличить, не поменьше ее сделать, а побольше. Да, побольше. А чем сейчас, наоборот, сейчас мы это учтем. Нет, дистанция между самолетами должна быть больше. Сейчас все сделаем. Да я понимаю, что я просто уменьшил. Надо было просто увеличить дистанцию. Сейчас все сделаем. Так, стоп, подожди, что происходит? Берем самолетики. Сейчас будет 6 штук, слышь? Ирбис, сейчас будет 6 самолетов. Все. Давайте, да, берите. Я тогда последний становлюсь. Я первый стану. Здорово, ребят. Привет. Да,
тогда смысл-то в чем-то? Ну смысл красиво это... сделать вот этот взрыв массовый такой, блядь. Уебаться куда-то. Ну да, это да. Же клево. Такого никто не делал. Давайте ко мне, Серега, ко мне жопой подъезжай. Я скажу, когда хватит. Давай, 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 паркуйся, паркуйся. Стоп, 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 все. Да попал. Народ, соблюдайте ты, дистанцию иди. Между мной иди. И Серегой. Эй, Солза, давай все. Назад подавай. По полосеньке. Нет, мы-то потом выстроимся, это понятно. Стоп, Солза, впереди тебя тоже, стоп. Все, стой. Ладно, выровняйтесь по ходу движения, время там у вас будет. Охуеть, блядь, 6 самолетов все. Прикинь, ну, блядь, вообще, Рома, в реальной жизни, блядь, каждый самолет 40 миллионов баксов просто взять сейчас. Да фигну, блядь, равняйся, ну что ты делаешь, блядь? По мне, да, равняйтесь, старайтесь по мне, более-менее, ну или по желтой там, да похеру. Все ровно, Вик, хуй пойми. Да ладно, нормально все, нормально, не дергайся. Коля, не тупи, не бей Вика. Все, да? Так, кто у нас там стоит на приеме? Сильвер или кто? Давай, 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 давай. Встаньте ровно, вы встали. Нет, неважно, мы выровняемся по ходу движения. Криво, у вас это, дистанция давай, слишком назад, маленькая. Назад, двигайся. Солдзе, вперед с Виком, проедьте. Солдзе, проедь вперед. Я не могу Вик блокировать. Вик, вперед, 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 вперед. У вас это, дистанция, да. У вас должна быть больше дистанции между друг другом. Вы начнете друг друга ебашить. Во! Во! Нет, Солдзе, назад, 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 назад. Вот, самолетик уберите, пожалуйста. Какой? Ну он знает, о чем я. А. Так, ну что, все готовы? Сиборг, ты готов? Да подожди, сейчас самолет уберут. Угу. Да как обойти? Неважно, все нормально. Вы главное едьте передним колесом по желтой полосе, чтобы вас Сиборг снял. Подожди, там еще самолет. Там самолет. Там по фани. Фани, убери самолет, блядь. Арс там ПВПшится, да? Ходи не, вперед, фань, вперед. Да, Арс ПВПшится, да. О, Фани, ну, давай вперед хорош. Обойди. Он русский? Да, Фани с нами, давай, кстати, слышь? А, вижу, Фани, ты давай, хочешь вперед, быть седьмым? Ты решил в футбол поиграть самолетом, что ли, да? Ладно, давай, все, давай перед ними становись, но это вообще дичер будет просто. Сколько самолетов, посчитайте? Не знаю, по идее, 6. 7, что там считать там? 7. Бля, сука, это так 5. Забавно со стороны смотрится. 9. Так, подожди, 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 подожди. Так, давай, давай, следующий. Так, давай, когда... 8 человек. Серега, давай немножко назад сдавай. Серега, назад. Еще, 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 еще. Стоп. Все, давай, кто там перед ним стоит? Солдзе, давай назад. Сдвигайтесь все назад. Давай, Иммортал, назад чуть-чуть. Назад. Потихонечку, да, потихонечку, потихонечку. Так, стоп, 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 Солдзе, стоп, 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 стоп. Так, перед ним стоп. Перед ним еще один. Все, тоже стоп. Впереди три самолета, назад сдавайте. Чуть-чуть. Впереди три самолета. Кто впереди? Я просто вас уже Z нажимаю, я не вижу ваши ники. Николай, Иммортал. Да, да, да. Все, стоп. Давай чуть-чуть. Блядь, стоп. Это просто пиздец, какой-то дикий пиздец. Такого, блядь, не понимаю. Выстроились, блядь. Я стесняюсь при всех говорить. Так, Серега, куда ты вышел? Прилетели? Подожди, Серега куда-то убежал. Серега? Серега, садись в самолет, блядь, бегом. Я ж не смогу взлететь из-за тебя. А может серьезно подконемся? Подконемся. Все нормально, все, Серега сел. Все сейчас готовы. Окей. Гоу! Поехали, Свибор, готовься. Мы на тебя Фани, едем. Поехали, поехали, Коля. Let's go, значит все поехали. Рон, иди нахуй. Ну че, Свибор, давай потихонечку, дуй на нас. Выровняйтесь передним, передним колесом по зеле, по этому, по этой. Да, да, да. Выравнивайтесь, выравнивайтесь. Давай, 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 красава, красава. Стены наебнулись, вот блядь. Нет, кто-то в живых остался, по-моему. Вик остался в живых, да. Ну да, Вик, охренеть, столько трупов, блядь, на полосе, это пиздец. Я ебал. Блять, по-моему, F3 забыл нажать. Сука, бля. Ну, бля, 8 самолетов это просто пиздец, блядь. Кто кого бесит? Мне кажется, никто. Тут дружеская сессия, тут не бывает бесилок. Так, 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 так. Нормальных людей никто не догадается такого, блядь. Какой видос, Алиса?
Блин, что знакомое? Вывод Ирбис, ебанутый, да, ну. О, привет. Чё ты говоришь? Не могу вспомнить, откуда это. Ебанутый Ирбис. Да, ничего, ничего. Ебанутый Ирбис, ебанутый. Чё ты не говоришь? Ума зашёл. Хуя себе. Солнце, солнце, я сейчас к тебе прилечу, буду тебя убивать много раз, черт обректы. Черт обректы. Вот это тут при чем? Солнце нельзя убивать, солнце играет в игре. Ай, Николаш, блядь. Завалились я быстро, блядь, заебали нахуй. Я будь спокоен, блядь. Николай, блядь, не умеешь убивать, по-моему, ладно. Ну хорош, блядь, завелите. Сейчас тебе шептаться. Слышь, что, давай, Свиборг, это, давай там становись. Нахуй, я уже встал. Я уже понял. Я ненавижу гонки. Я вообще их ненавижу. Какие гонки? Не, мы не играем в гонки. Это гонки, это просто ненавижу. Ирбис, иди спать! Ирбис, иди спать! Коля, завали нахуй ебало свою рыжину, блядь. Да, Коля, завали-ка ты свою ебало, блядь. Ирбис, у тебя кто, блядь, больной, что если я? Я знаю. У тебя что нахуй, уже параноик, что ли? Ирбис, давай просто параноик. Кто там себе хуй лижет? Успокойтесь. Микрофон. Так, давай, Вик. Да, просто старайтесь выравниваться, все-таки лететь по... Ас, как там счет? Как там у тебя дела, слышь? Сколько, сколько? 23? Что, блядь, 23? Ты его делал 20... Причем играли до 15, ребята. А, блять, понятно. Чё за, блядь, светлый хуй? Сейчас подъеду его убью. Бля, я думал 23, бля, прям так жестко, пиздец. Капитан, я хуй, это типа заебись. Так, да? Все, стой впереди. Самый первый, стой, кто это? Дим, Дим, стой, да, все. Видите, надо, чтобы место было между нами. Когда между нами нету места, херово. Начинаем друг друга бить и подгонять, да. Бля, я вообще зря пострелялся. Вот, Арс, помнишь, да, вот, когда Лёха в конфу, короче, отправил счет, типа, и написал там, вот ваш герой. Все помнят, да? Да, я помню. Да. Вот, да, вот, да, и вот, блин, вот с тех пор я вообще не стрелялся. Коля, ебанат, ты, блядь, ты чё делаешь, идиотик, блядь? И Коля, вот сейчас, не знаю, нормально, я решил с ним пойти. Ебал, не порть самолёт. Ты стрелялся с кем-то или чё, не понял? Нет, я не с кем, с тех пор, как бы, я ни с кем не стрелялся, с тех пор. И вот сейчас решил с этим Дарком постреляться. Сейчас ну, вот, тебе, да? Дарк нормал. Нет, я уже пострелялся. А, ну, я уже говорю, пострелялся. Ты стрелялся, нет, ты говоришь, нет, я с тех пор не стрелялся. Коля, стой вперед, уйди немножко. Я стой, сейчас стой, пострелялся. Стой, нормально. Что такое? Ну что, будет кто-нибудь пятый, нет? Два. Никого не будет. Ну что, готов, Сиборг? А где ПВП-то, ребята? Кто в меня стреляет, суки, не стреляйте в меня. Готов? Все, поехали, Коль, поехали, гоу. Гоу. Коль, куда ты вышел-то, блядь? Нет, да чё ты? Всё, Коль, давай, поехали. Так, потихонечку. И друг друга немножко отпускаем впереди, чтобы можно было, да? Выравниваемся. Поехал, Сиборг, поехал. А, он выиграл, Арс, он выиграл. Но он... Dark Side Normal, бро. Сука, я этого Димчика уебу нахуй хулём. Или кто ты стрелял, да, по задней лопасти? На меня осколки попадали, блядь, сука, ебать. Арс, слышишь, кто стрелял по моему верту? Я его убью. Блин, я вообще вылетел за пределы аэропорта, это было прекрасно. А ты чё не это? А нет, я в вас специально врезался, нормально все. Для такого видео-то ладно, а вот F3 будет вообще шикарно. Dark Side, I say you normal, bro. This is true. Ирбис, ты видишь нашу новую... Low level. Not level never mind. Тут only skill
and water. You came for me in beach, I am not game да dogs. Мне я буду с РПГ его гасить. I think dogs not fear game. Ирбис, ты видишь нашу новую футболку банды? Чего? Футболку банды новую видишь? Зачем мне футболка банды? Марина, кто по моему верту стрелял? Кто по моему верту стрелял? У тебя то попадают, то прикольно, у тебя то есть, то... Чё у тебя должно быть? Новый цвет футболки. Не знаю, я даже не в курсе, будешь у нас все футболки. Короче, поехали дальше чудить. О! Слышь, Коль, давай я возьму мульджет сейчас, точно. Сейчас да мне похуй, блядь. Народ, закажите, у всех мульджеты есть. Закажите мульджеты, народ. Через Пегаса. Блэка тут нет, он пиздит, слышал? Он пиздит, Блэка тут нет. Почему Блэка здесь нет? Блэк здесь. Да, блядь, в доках я имею в виду. Жизнь боль. Похоже. Давайте я сейчас мульджет закажу. Заказывайте мульджеты, у кого есть. Давай, берем мульджет. Так, Димон, подожди. Арс, а это что, типа легенда? Поехали, да, это, типа, поехали. Из Нави, да, прямо, едь прямо, короче, Серег. А, ну давай, нет, налево, ой, направо. Направо, еще раз направо. Все, теперь лети прямо. Аккуратно поднимайся, сейчас в него врежешься. А, вот он сбоку, все. Сбоку, вон, назад, вон он, видишь, мульджет стоит. Я вот его точно видел, он стрелял по моей вертухе, точно говорю. The Legend. Ого, да, вот здесь, спасибо, присаживаемся. Сейчас я выйду, подожди. Давай свой мульджет. Ну, я обычно всегда вот так вот выхожу, это нормально. Охуели, блядь. Давай, Ирбис, да, мульджет. Что такое? А, кто за Ника? Сука. А где НЛО? Почему его приглашают? Слышь, народ, НЛО пригласите. Сейчас, короче. Он пойдет, он хочет. Он в открытке хочет. Давай, Ирбис. А чё так? Давай, ну, мою машину. Давай сюда, Ирбис. Чего? Говорит, это мой мульджет. Ах ты ж тварь. А чё здесь куча вообще? Тихо. Мульджетик, стой. Нет, Арс, я сейчас не хочу. Ника. Who are you? Чей Ника, короче? Слышь, народ? Мари, это твой друг, да, Ника? Ника Белико. Да, Ника, вот этот вот. Эй, come on, don't shoot me, guys, come on. Ага, окей, Мари, I understand. No problem, Нико, here friendly session. С кем-то постреляется? Ну, блядь, я затебись. Какая-то кучка людей, блядь, не знаю. Солдзо, зачем ты Арса-то убил, блядь? Или у вас ПВП? Он пиздил меня, бегал по фану. Блядь, ты ещё просил не трогать. Слышь? Понял. А я не могу уже сесть, я не могу, сам, эта херня уже не катается, всё. А, мы её разъебали. Да ладно, напал. Friendly session here. Да ладно. Ну, можно, слышь, можно свою позвать, конечно, но... А что? Ну она просто быстро очень будет разбиваться. Давай свою звать, без разницы, зови свою. Я попробую ее вызвать, если смогу. Я не могу ее вызвать, народ, извините. Вызывайте свою рампу, народ. У кого есть рампа, вызывайте, я готов. Мульджет готов, заряжен. Да блин, Блэк. Алис, выруби музыку, пожалуйста. Спасибо. Нифига себе, что это такое? Не понял. Тебе что нужно? Шефа, бери шефа, Арс. Я сейчас уйду из шефа. Арс, ты это видел? Я... Арс, забирай. Я не знаю, я улетел наверх. Вот Арс, так, Арс, забирай шефа. Что ты шефа хочешь стать? Ты что, с БСТ хочешь поставляться? А, я понял. Блять, ну что ты упал-то? Ирбис, давай, едь. Да нет, хотелось бы, что-нибудь кто-нибудь еще был передо мной. Ирбис, едь. Слышь, Дэвид Джонс, вот это... Вот опять, смотрите, блять, что за бред? Тёлка. Короче, это баг какой-то. Купи себе свой, блять. Ты заходил назад. Someone call me in fucking... See you. Thank you. What?
Ника, ты с Юсей, ты с Прас? Султан, привет, братух. Сейчас, подожди. Ника, please wait, people not see chat. Окей, you need some organization. Короче, блядь, в организацию кто-нибудь пригласить его. Арни. Understand, please wait, окей. Вредитель... Стоп. Чуть дальше. Так, окей, кто-нибудь еще будет к самолетному эту трэшу присоединяться? Серег, демон, будешь присоединяться? Нет такого. Вниз опустись. Это Димчик, короче, он стрелял по твоей вертухе. Я же говорю, он любитель прикалываться. Ирвич, поехали. Приколись. Да нет, как хочешь, я же не заставляю. Все. Свибор готов, там кто там, Вик готов, да? Ирбис, стой. Да. Может, я возьму твой миджет, а ты возьмешь вот этот маленький и посмотрим. Марина, привет еще раз. Это сзади. Давай. Как ты думаешь? Давай. Давай сейчас я это. Смотри. Дым идет от моцита. Тогда давай я, знаешь что, сделаю большую такую паузу между нами. Понимаешь? Сталь просто плавится. Вот здесь его поставлю. Бля, надеюсь, это никто не услышал. Димак, блядь, серьезно настроен, что ли? Ну да, я же говорю, там все горит, просто плавится, это вообще. Короче, Свип, слышь, Вик, знаешь что, давай сейчас это, я поеду за Колей, только ты подними Колю, а я буду в стороне чуть-чуть. Или даже нет, давай-ка я просто сделаю большую дистанцию между нами. Сейчас, погоди. Кто-то там взорвался, аккуратнее на гидре. Какие-то гидры там, блядь, кидаются. Так, пивасечку хорошо идет. Так, сейчас нажрёмся, тут заебись. Так, все, мы готовы. Ну чё? Пиванди. Да, все, поехали, первая бутылка пошла. Все, поехали, Коль, поехали. Дави тапку, дави тапочку, дави тапу, отдави, братиш. Поехал, Вик, Вик, поехал, разгоняйся, братан. Вик, едь, быстрее. Аллилуйя, бля. А где Вик? Не понял. Вик, ты куда уехал? Куда он вообще делся? У него она проваливается под пол, это что, забагованная какая-то. Возьмите свою нормальную. Мы садимся есть обратно. Мою. Коля, аккуратно только садись на мульджете, не разъеби. Не ссы, профессионал. Да нет, тут проблема в другом. Пегасус написал, что его угнали, как бы у тебя его сейчас не отобрали. Вот в чем дело. Сам Пегас. Работает профессионал. Я заглушаю все движки сразу же. Да, действительно, ты прав.